Если у вас пересадка между разными авиалиниями в аэропорту Стамбула, вас поджидает еще одна интересная штука. Во-первых, если у вас пересадка с какой-то другой авиалинии на Turkish Airlines, то вы выйдете, заберете багаж, и после этого у вас второй рейс будет Turkish Airlines. Вы спокойненько сядете на него, независимо от того, сколько времени до рейса осталось. Поэтому вы сможете отдыхать в зоне вылета, то есть в зоне duty-free. Если же, как у меня у вас получилось, вот я сейчас прилетел Turkish Airlines, у меня длинная пересадка и следующий рейс Аэрофлотом, то это попадалово, потому что регистрация на рейс Аэрофлота начинается за 2,5 часа вот в аэропорту Стамбула, а у меня 6. И, соответственно, что делать, непонятно, потому что вот я нахожусь в этой зоне, здесь отдыхать не очень комфортно. Иногда в таких местах, в таких аэропортах бывает какое-нибудь место отдыха или бизнес-лонж, куда можно пройти по тому же Priority Pass, про которым я рассказывал в прошлом видео, и там можно отдохнуть. Здесь ничего такого не вижу, поэтому буду разбираться по ходу дела, что делать. От города аэропорт Стамбула достаточно далеко, вот у меня есть свободных, получается, 3 часа. Вот час туда, час обратно как раз уйдет. И вот типа час у меня останется погулять в центре. В принципе, можно. Но я и так устал. Я 16 часов до сюда летел. Поэтому я так делать не буду. Попытаюсь разобраться, чем тут можно заняться. 3 часа. Ну, во-первых, что нужно сделать? Нужно найти Wi-Fi киоск, просканировать там свой паспорт и получить, по-моему, там час бесплатного Wi-Fi. Да, вот написано, час бесплатного Wi-Fi. Вам дадут вот такую бумагу после того, как вы просканируете паспорт. Ее нужно будет ввести, подключившись к Wi-Fi, вот этот вот номер. И у вас хотя бы будет интернет. Но всего лишь час. Если пойти в самые бока аэропорта, в самые края, тут есть зоны, где достаточно много свободных сидушек. И где можно отдохнуть, провести время, и вид будет неплохой достаточно на улицу. Сидушек здесь реально очень много. Поэтому, в принципе, место найдете. И вид здесь, ну, на зеленую зону нормально, что. Окошко только могло бы быть и почище. Тут есть вот такая терраса на открытом воздухе. Вы выходите, там прям есть сетка, и воздух открытый поступает, но она для курения. Есть кое-какие магазины. Есть вот такой пункт, где всякая мелочевка для путешествий продается. Вот газеты, книжки. Если вот прям совсем нечем заняться, вот можно газетки посмотреть. Тут, кстати, в зоне отлетов внутренних рейсов есть достаточно большое кафе. Прямо перед выходами на проверку перед зоной отлетов внутренних рейсов. Ну, тут сэндвичи, кофе в основном. И прямо напротив нее здесь есть, представляете, детская площадка. Так что, если с ребенком, можно здесь поиграть. Цены, кстати, недорогие, вон, смотрите, это в турецких лирах. Эспрессо стоит дабл 65, а капучино стоит большое 90. Ну и тут сэндвичи всякие, вон, шаурма даже есть. Шаурма за 155 лир. И сэндвичи тоже за 155. Вот это вот, кстати, штука в отеле мы пробовали, вкусная. Я подключил интернет, позвонил всем подряд. Погулял здесь, походил, посидел, поотдыхал, посмотрел на улицу в окошко. Наверное, если был бы детем, еще бы полазил на детские площадки. На втором этаже, кстати, здесь есть фудкорт, еще не проходя паспортный контроль. Сейчас посмотрим, что там есть. Тут вот такое большое пространство с видом на стойке регистрации. Смотрите, тут с бара есть пицца. О, тут много чего есть. Ну, в основном, да, тут всякая разная еда есть. Кстати, достаточно приличный фудкорт. Из сетевых тут с бара Burger King, но есть разная пицца. Вот та вообще на нормальную едальню похожа, дальняя. И есть вот такие вот места с розетками, где я, наверное, и проведу оставшуюся часть времени, пока поработаю, наверное.
Кстати, если уж у вас совсем много времени, тут есть вот отель с таким названием. Погуглите в интернете, если хотите там остановиться. Это если у вас прям вообще прям длиннющая пересадка, прям нечего делать и хочется спокойно поспать в кровати. Вот тут есть отель прям в аэропорту. Вот так вот, пока со всеми поговорил по скайпу, пока поработал, пока немного перекусил. Короче, прошло время, которое мне требовалось, чтобы началась регистрация на мой рейс. Я пошел на рейс. Надеюсь, кому-то видео было полезно. Ставим лайк, если было полезно. Подписываемся. Всем пока. Хороших путешествий.